Итак, новый глава администрации города Ноябрьска Белоцкая Жанна Александровна. Ее кандидатуру сегодня на заседании утвердили депутаты городской думы. Жанна Белоцкая была рекомендована народным избранником специальной комиссии, которая свое решение приняла по итогам двух конкурсов. Один из них – изложение главных целей и задач в части развития города и решение основных его проблем. Свою презентацию Жанна Александровна представила и сегодня на заседании думы. Выступление теперь уже глава администрации Ноябрьска закончила девизом, с которым, по ее словам, она шагает по жизни. Слово не должно расходиться с делом. Люди в городе Ноябрьске давно устали от политических интриг. Люди хотят жить нормальной, полноценной жизнью, иметь работу, жилье, рожать детей и быть уверенным не только в их будущем, но и в своем. Абсолютно убежден, что, выбирая депутатов в законодательное собрание города Ноябрьска, жители возлагали на вас огромные надежды. Но, к сожалению, за эти два года не особо что-то поменялось в городе Ноябрьске. Убежден в том, что с сегодняшнего дня ситуация изменится в лучшую сторону. Я никогда не поверю, что для депутата заксобрания не принципиально выполнение взятых на себя обязательств перед людьми. Хочу отметить еще раз, что вы выбраны народом, а руководитель администрации – это всего лишь инструмент для воплощения наказов ваших избирателей в жизнь. И то, как вы отнесетесь к этому инструменту, и будет зависеть воплощение в жизнь намеченных нами с вами планов. Берегите своего главу администрации и помогайте ей во всем. Я уверен, к окончанию вашего срока через 3 года вам не стыдно будет смотреть людям в глаза. Я искренне благодарна вам за ваше решение и за те добрые слова, которые сказаны в мой адрес. Я уверена в том, что мы с депутатским корпусом будем работать как одно единое целое нашего механизма и приведем жизнь города Ноябрьска так, чтобы город стал одним из лучших на Ямале, потому что потенциал действительно в городе есть. В городе живут замечательные люди, замечательные руководители, и я могу с уверенностью сказать, что, Дмитрий Николаевич, мы будем работать так, чтобы оправдать ваше доверие, чтобы оправдать доверие жителей, и чтобы Ноябрьск стал одним из первых на Ямале городом европейского масштаба. Жанну Белоцкую поддерживает руководство «Газпромнефти», начальник управления региональной политики компании Сергей Белкей, который сегодня присутствовал на заседании Ноябрьской думы, в интервью с журналистами подчеркнул, Жанна Белоцкая проверенный профессионал и выразил уверенность в том, что точки соприкосновения в работе по развитию Ноябрьска, где одно из градообразующих предприятий «Газпромнефть» «Ноябрьснефтегаз», между руководством компании и новым руководством города обязательно будут найдены. Надо сказать, что Жанна Александровна является членом команды Дмитрия Николаевича Кобылкина, губернатора Ямало-Ненецкого округа. Ее мы знаем как профессионала, руководившего муниципальным образованием, достаточно успешно руководившим муниципальным образованием. И сегодня Дмитрий Николаевич правильно сказал о том, что, наверное, региону, то есть городу Ноябрьску нужен человек, не аффилированный никакими структурами, политическими, бизнес-структурами, человек, который будет с полной самоотдачей работать на благо города, на его процветание. Вот. В этом плане уверен, что у Жанны Александровны все получится. По крайней мере, мы ее поддержим.